Всем привет, у нас сегодня в обзоре очень крутая горнолыжная куртка от фирмы 4F, модель под названием A4Z17 QMN004. Вот такая крутая куртка. В данный момент у нас имеется две расцветки. Это вот такой вот синий цвет и вот такой вот серо-черный цвет. Буду рассказывать об этой куртке на примере серо-черного цвета. Хотелось бы вам сказать, что в ней имеется мембрана NeoDry 8000 и специальная технология под названием 4F Shell, которая защищает вас от попадания влаги внутрь. В общем, куртка с мембраной – это очень хорошо. Плюс ко всему, здесь имеется пропитка DWR, что существенно уменьшает шансы попадания влаги внутрь. Что ж, поехали дальше. Хочется вам сказать, что в данной модели капюшон отстегиваемый, и он имеет 3D-регулировку. Что такое 3D-регулировка? Это возможность максимально зафиксировать капюшон на голове, чтобы ветер, снег, ничего не попадало, чтобы вы себя чувствовали максимально комфортно. По поводу карманов и отделений мы вам расскажем чуть-чуть позже, а сейчас я вам просто хочу показать, как круто выглядит эта куртка. Кстати, помимо горнолыжного, ее еще можно использовать и в повседневной жизни, потому что она идеально впишется под ваши джинсы, под ваши спортивные штаны и, конечно же, под вашу зимнюю обувь. Ну а теперь давайте посмотрим на эту куртку со всех сторон. В данной модели имеется два основных кармана на молнии. Одно грудное отделение на молнии. Отделение для скипаса. Внутри имеются такие карманы, как с левой части отделение на липучке для мобильного телефона с выходом под наушники. С правой стороны имеется сетчатое отделение, куда можно положить горнолыжную маску, шапку или перчатки. Также обращаю ваше внимание, что в данной модели имеется снежный ремень, либо в простонародье снежная юбка, который защищает вас от попадания снега вовнутрь. Показываю куртку со всех четырех сторон. И не забывайте, огромный выбор крутых курток от фирмы 4F и не только имеется на сайте mandrivnik.com.ua.